Хорош, хорош. Ну, братишка, блин. Вот это найс, имба. Все, максимальный уровень, ребята. Давай, шмаляй, блин, 20 косарей, братик. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть Toilet Tower Defense. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик. А также залетай в Телеграм. Уведомления плюс расписание. Ну что же, ребята, в общем, сегодня будет прям имба. Серьезно, потому что Альберт каким-то просто макаром обменял... Посмотрите, просто поглядите, господи, гиперапгрейд Титан Спикермен, я не знаю, всего их 1340, офигеть, я просто в шоке, ты просто погляди, на дамаг, это что, сколько там апгрейд стоит, я не знаю, друзья, также спасибо, кстати, за подарочки, у меня ник Зелел36, вот, в принципе, ребята, мне тут накидали, оказывается, огромное спасибо, секретный агент, спасибо за Плюнгермен, спасибо, братик, спасибо, это очень приятно, привет, удачи тебе в катке. Камера, спасибо, брат. Турки, камерамен. Всего, ну, два ляма. Классный юнит, сейчас его не получить. Пользуйся и можешь в видосе упомянуть. Спасибо, Саник, Гост, спасибо, братик. Асег, я твой подписчик. А, ну, ладно, в принципе, я в ролике, я твой подписчик. Да, да, братишка, спасибо тебе огромное. Ладно, давайте вот эти вот пока соберем. В следующий раз еще там проверим, посмотрим. Спасибо, ребята, блин, прикольные юниты. Ну, как-нибудь протестируем, по-любасу, как-нибудь протестируем. В общем, пойдем, наверное, Туалет Сити, чисто испытаем. Я понимаю, да, ребята, нужен бесконечный режим. Это должно быть, но чуть попозже, ребята. Вот, так, ребят, чё, пойдем Туалет Сити, наверное, самый легкий, да и все. Все, залетаем, ребятки. Что там идет, Альбертик? В общем, мне интересно вот это вот имба. Боже мой, что же там будет? Так, вдвоем справимся? Ля, втроем, все, найс, ребят. Ну, тут еще, видишь, дрельмены, вот это вот. Ну, это прикольно, что фанмейды. Так, хард, медиум, давай, кошмарыч. Конечно, кошмарыч, я думаю, или что? Нам нужно посложнее, чтобы испытать, вот, чистое испытание. Хотя тут, на самом деле, на первом левеле, какое тут испытание, да, но в бесконечном режиме будет ролик. Так что тенсы. Так, начинаем сразу просто, бро. Вот так вот. Сразу устанавливаем их, ребят. Если что, там скипаем, автоскип, да, ребят? Давайте вот так вот сделаем. Все, отлично. Блин, мне прям вот интересно его протестировать, посмотреть. Так, маленькие туалетики уже вон они, по дорожечке. Альбертик, если что, нас прикрывай, бро! Прикрывай! Устанавливай лазерных этих засранчиков. Так, кстати, прикольный юнит, на самом деле, лазерный вот этот вот. Так. Или кого он там установил? Погоди, кого? Оу. Барьер. Брат, а эти? А эти же прорываются. Братиш! Нифига себе ученый. Он просто барьерчик ставит такой вот. Ребят, у нас пока... Блин, что-то как-то не по плану пошло. В прошлый раз это Альберт... А, вот, он лазерного поставил, да? Все, да. А, это вообще бродяга. Ну, видимо, они там немного распределили свои обязанности. Короче, спасибо им огромное. Сейчас, быстро. Сейчас проапгрейдим, наверное, до третьего уровня. Такс. И потом уже поставим. Хотя нам два косаря. Фига большой лазерокамерамен. Ничего себе, у него волына. Ты посмотри на него. Что-то я не помню такого. Это тоже в обновлении, что ли, ребят? Ничего себе, у него пушка просто пукалка. Смотри, что творит. Капец, нормальненько. Так. Опять увеличиваем, ребята, фармилочки, это важно, конечно, как же без этого, на самом деле, ребят. Чуваки, да вы что творите, блин? Я бродяга, что творит, а? Так, что у нас еще? Еще, друзья, еще нужно больше денег! Сейчас, ребят, сейчас, погодите. Ладно, все. Так уж и быть, сразу сейчас поставим его. Офигеть, нормальный радиус такой. Нехиленький. Сейчас еще у нас скипнется и посмотрим. Он из 70-й серии был. Да, согласен. Там чисто ему вот этот вот лазер дали, и он там так валил вообще, так хорошо все делал. Так, чуть-чуть остается, ребята, чуть-чуть остается, эти подорожки топают. Ну давай ставить! Бро, пора, я думаю.
Или что? Давай вот сюда. Хорош. Хорош. Ну, братишка, блин. Вот это найс, имба. Найс, найс просто. Сейчас будем его заниматься апгрейдом. Хорош. Так, что по апгрейдам? 4 косаря. А, ну там да, там не один апгрейд, чтобы до 20 тысяч. Это я понимаю. Это я понимаю. Так, ладненько. Давай тогда увеличиваем, увеличиваем. Сейчас у него, ну, 2500. 2500 дамага. Но если раскачать такого чувака, боже ты мой, это же просто капец. Но я думаю, нам, конечно, надо синистров взять. Много синистров, а Альберт, наверное, попробует вот с этими титанами-спикерменами. Надо его еще также спросить, он просто с телефона играет, и бесконечный режим, сможет ли он нормально дойти до сотки? Пофиксили ли это разработчики? Потому что я помню, там постоянно вылетало, у него нагружался телефон. Да господи, у меня даже на какой там волне просто выключился компьютер, и все. Такое было, друзья. Так, по 2 косаря, сколько тут у нас? 4000, понимаю. Некоторые начинают немножко проходить. Ничего, у нас там прикрытие есть, если что. Так, ребята, давайте. Потихоньку. Есть же. Так, шестые уровни, ребята. Все, пойдет. Я хочу вот этого прокачать. Вроде пофиксили, вроде. Блин, мне не нравится вот эта фраза, вроде. Ладно. Так, босс-туалет. Боже мой, что это такое? Сейчас уже просто на завтрак такое едим, как говорится. Ну не, на самом деле не едим, не-не-не, такое... Такой вкус, я думаю, не очень хороший. Я, братан, хорош! Смотри, начал просто вот так вот делать. Ручкой своей, смотри, как делает. Это он типа это, стреляет лазером. Так, 6 косарей нужно. И уже у нас урон нормально так будет сейчас повышаться. Офигеть. Капец, просто у челов, смотрите, просто посмотрите, какие, блин, у них. Чуваки, ох, тут уже 15 косарей, друзья. Так, второй лазер тоже подрубился, видишь, он двумя теперь палит. Интересно, стан у него какой-то есть, нет? Способности, если что, нет. Но у этого чувачка есть, у Титана Клокмана. 15 косарей надо заработать. Ну, в принципе, мы это быстро сделаем. Я хочу чисто на максималочку его сейчас прокачать и посмотреть, что будет. Конечно, побольше бы такого. Ляж, присаживается, чтоб... Хорош! Фига вынесли! Красавцы. Молодцы. Ой, туалетов этих паучков. Вообще нормально, раскатывают. Сейчас, погоди. Чуть-чуть. Ну, вылезайте. О, найс, 15 косарей. Все, прокачали. Так, прокачали. 35 тысяч, боже мой. Ну, это, конечно, ребят, уф. Но, ты понимаешь, в бесконечном режиме там деньги нормально будут фармиться, и благодаря этому там потом, естественно, их девать некуда. И понятное дело, что вот этого чувачка прокачивать, это шимбово. Так, давай еще вот так вот сделаем, ребята, хотя уже много, кстати, волн. Но я думаю, до конца мы все равно накопим. Так, отлично, 3 косаря. И теперь 7-й, ладно, пусть так будет. Пусть остается так. С этого момента начинаем копить. Слушай, как они круто выглядят. Посмотри, бронька такая. Хорош. Офигеть, диджеи, бедные диджеи. Как мне его жалко было в последней серии. И здесь над ними бедными издеваются. Найс. Так, бустуалет. Балаклава.
Да этого чувака просто скинуть. И все. Как это было сделано в серии, ребятки. Просто-напросто легко. Так, 18 тысяч, между прочим, на секундочку, ребята, мы тут нафармили. Но я хочу их немножко вложить, ребята. Да, придется медика поставить, чтобы, по крайней мере... Тут не проходили, потому что, видишь, они уже начинают так нормально проходить. Это маг хороший вообще. Так, 35 тысяч. Боже, сколько у него левелов-то еще? Там же 20 тысяч, да, в итоге? Ну вообще, по идее, слушай, у него, похоже, четвертый, да? Пятый последний. Ничего себе, ученый нормальный такой барьер отстроил. Найс. Пиу-пиу. Не, чуваки, все. Вам хана. Так. Немножко остается. Пару тысяч. А он быстро восстанавливает барьер. Каким макаром, блин. Смотри-ка. А, там их двое. Я понял. Во, хорош, давай. Все, максимальный уровень, ребята. Давай, шмаляй, блин, 20 косарей, братик. Спасибо Альбертику, вот реально спасибо. Прикольно, друзья. Конечно, хотелось бы... Добавление, друзья, ребята, за Титана Спикермена, ребят. Не, ну ладно, это, наверное, очень дорого стоит, мне кажется. Надо спросить вообще, на кого он поменялся, кстати, Альберт. На кого ты поменялся? Офигеть! Как тебе вообще приняли трейд? Вот это вопрос! Найс! Че, ставим еще? Их близко еще можно ставить, это найс. Но относительно. Давай, устанавливай! Что ты, братик? Так, 4 косаря, 6 косарей. Ой, ну вдвоем они сейчас... Мы в топ 100 попадем с ним. Надеюсь, бро. Сейчас, как я знаю, вроде рекорд 107. 107, ребят. Блин, так прикольно еще. Не, ну там дальше-то пошло, ребят. Вообще нормально так, на изи. Чисто бабки копятся быстро. Найс. Капец, что они уничтожаются очень быстро. Прикол в том... Так, давай прочитаем, погоди. 0.08 КД атаки. Понимаю. Прикол в том, что, видимо, этот титан достался новичку, который не знал его цену. Я довольно дешево. Да блин, братик, поздравляю! Ничего себе! Потому что, мне кажется, он капец. Он просто капец сейчас. Столько будет стоить, потому что их всего 1300, офигеть. Бывает в жизни реально такое, ребят, что тебе раз и повезло. Бывало у тебя такое? Например, ты шел где-то по улице, бац. Злая волна, кстати. Эвил. О, какая быстрая волна. О, а что это такое? Я что-то получил, награду какую-то, ребята. Как-то она быстро прошла, ачивку получил. Эвил Вейв. Злая волна. И что? И что теперь? Ну, круто, не? Или что-то, или это реально имба? Так, все, прокачали двух. Боже мой, давайте, чуваки. Шпарьте. Бывало у вас, ребят, такое, что вы идете? Оп, бабосики на улице. Повезло. Это редкая волна. Ничего себе. Боже, как же они офигеть. Что творят? Шанс на нее 1 к 2000. Да что ж такое-то? Все пропитано имбой. Что ж нам так везет-то хорошо сегодня, ребята?
Ну, с этим в тренде, может. Тогда, ребят, давайте 50 тысяч просмотров минимум на этом ролике. Давайте, дай бог, как говорится. Ладно, так, давайте, чувачки. Дай бог хотя бы 5 лайков, и уже имба. На этом ролике. Так, найс. Слушай, ну тут тоже, тут Титан Клокман тоже хорошо вообще-то шпарит. Посмотри, 25 тысяч. У этого 20 тысяч. А, 60. Но у него, видишь, 0.2. То есть он намного быстрее шпарит. Вот в чем прикол. Быстрее него. Миллисекунды как бы решают. Ну так-то Титан Клокман тоже неплохой. По идее, ребят, Титан Клокман, кстати, тоже неплохой, ребят. В принципе-то, посмотри. Плюс они замедляют. Ну как, на C можно замедлявочку сделать. Плюс, они же еще, ну не то, что они замедляют, они же вроде как начинают, ну, скибидистов вроде как гипнотизировать, что-то такое. Клокман только по одной цели бьет, а спикер сразу по всем. Ничего себе. Спасибо, ребят, за разъяснение. Да. Ладно, теперь понимаю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, смотри. Ну, медик работает, медик, у нас один медик, ребята. Красава, работай, братик. Ну, это жесть. Найс, остановил. Мы при том автоскип постоянно делаем еще. На секундочку. Ну, три ляма как-то вот. Ладно, найс, все равно, хорошо, ребята. Хорошо, идем. Ну все, тут уже немножко осталось. Ставим еще одного. Че бы и нет. Идет, а засранец, смотри, мафиозник. Вот от мафиозника только и осталось. Запах его. Капец, имба. Он мне там ставит еще. Ну хорошо идет. Намного, кстати, намного лучше, чем мы с Титаном Дрельманом. Так намного лучше. Ребят, мне кажется, так намного быстрее. Ну еще вот Клокманы тоже молодцы. По идее. Ну ладно, я думаю, соточку надо пройти. Каким-то вот образом, но надо. Офигеть, эти просто испаряются. Чисто как будто вот, когда в школу ты приходишь пачечкой чипсов, да, и одноклассники как чайки налетают, все, чипсы вот так же исчезают, как вот эти скибидисты или сухарики какие-нибудь. Просто раз и все, и нету, ребята, в мгновение ока. Так, погоди. Ля, тут идут. Так, блин, ну я походу не накоплю на последний апгрейд. Да, видишь, его еще это. Ну ладно, пофиг. Сюда поставлю. И качну вот так вот сделаю. Все, найс. Пятая волна. Фигли-мигли, продаем. Все равно не хватает. Ну ладно. А мы еще одного поставим. Вот так вот делаем. Слушай, они мгновение ока просто исчезают. Так, микроволновку добить, ребята, посудомойку! Куда ты, посудомоечка, поплыла? Что ты там бедного чистишь? Моешь. Так, во. В шляпочке. Обрабатываем. Ну, слушай, конечно, хорошо все разворачивается у нас. Не, его просто забьют. Прям 17.08, кстати. Ух, нифига себе!
1000 монет за вот эту злую волну. Она была очень легкая. Круто, мне понравилось. Ребят, ну все, все, как бы вот такой маленький ролик, ребята, мы показали, мы позже еще там кое-что посмотрим, обязательно лайкосик, залетай в Телеграм, бай-бай, дорогой братишка. Найс! Nice!